Так, значит, я, видимо, в каком-то сердце черной мезы нахожусь. Сейчас у меня созрел следующий план. Сейчас я еду. Сейчас мы по лестнице наверх. И, значит, я сначала выведу оттуда ученого, потом включу генератор. Вот так я сделаю. Потому что ничего что-то мне особо не дает. Так, давай посмотрим. Вот смотри, да, вот я на нем, да? Там на нем ученый. Без него я вряд ли узнаю, что мне это делать. Это мое укрытие. Я не собираюсь отсюда выбираться до тех пор, пока обстановка не станет более благоприятной. Теперь уходи отсюда и не проболтайся. Ну как? Выводи. Вот, пошли. Дальше я не пойду. Почему? Дальше я не пойду. Ты только взгляни на эти заметные отметки. Хорошо. Тогда я включаю генератор. И мне на все плевать. Блин! Ой! Ну что ж так все неуклюже-то? Давай еще разок. Ну тут вариантов нету. Давай, включаемся. Сиводор. Так, сейчас эта бешеная тележка проскочит. Мы поднимемся. Значит, он может мне скафандр полечить, по крайней мере, этот ученый. Так что эту пользу надо с него взять. А? Что такое? Так. Это мое укрытие. Я не собираюсь отсюда выбираться до тех пор, пока обстановка не станет более благоприятной. Теперь уходи отсюда и не проболтайся. Хорошо, дальше. Твоими мозгами и твоими доспехами получится отличная команда. Да, ну... Полечи меня теперь. Я останусь здесь. Да? Да. Я тебя задерживаю, да? Да, задерживаю. Отлично. Давай доставай свой шприц. Я их так обременял. Выводи. Ну шприц-то доставай. Я не думаю, что это надо пересматривать. Отлично. Ну отлично, так отлично. Не хочешь меня лечить? Так, а что такое? А куда еще? А куда? А вот он. Так, тогда. Хорошо. Сиди здесь. Я останусь здесь и буду ждать коллег. Кто виноват? Так. И тогда мы отсюда уходим, к чертовой матери. А как мы сюда пришли-то? Подожди, мы на этой тележке же прибыли. Мы на этой... А, подожди, это... Нет. Нет. Мы сейчас должны спуститься вниз. Вот на ту тележку. А как мы туда спустимся? А как мы сюда спустимся? Опля. А, то есть она вот с той стороны? А, вот мы и спустились. Ну? А чего он не спускается-то дальше? Так, запускаем. Так, вот мы вернулись. Ну и смысл. Внимание, радиационная опасность. Так, по крайней мере, тут зарядимся. Тут даже уже... А вот, ну. Да, пошли. Пошли. Я и шагу больше не сделаю. Да почему ты не сделаешь шагу-то? А это что? А, тут еще одна какая-то включалка есть. Эта включалка не работает. Ну, друзья, я что-то слабо понимаю. Запутался, короче. Я уж думал, сегодня я пройду Half-Life. Я очень далеко лезу. Ну и шо? Это вообще какая-то другая шахта, что ли? Ну и что дальше?
Разрушение арматуры скафандра. Ну, это не страшно. Автоматическая медицинская система включена. Ну, и что? Это не, это ничего не делает. Ну все, я запутался и я устал. В конец. Здесь все трупы. А что? Это тоже не, ничего не работает. Это все тут мост. Ну, открывай. Так открывай дверь-то. А, вон. Здесь этот молотит. Продолжает молотить. И хоть бы что. Тут льется всякая снить. Тут все светятся от радиации. Ну, попробуем. Попробуем снова выйти мы к нашему боссу на прием. Ага, есть. Ну, может... Ну, здесь, видишь, забор. Здесь забор, здесь никак. Гранат у нас сколько? Одна граната. Этот долбит так, что сюда не пройдешь. Там... Ага, там еще одна. А, это вот лестница, которая сверху, что ли, просто? Ну да, она никуда вниз не идет. Здесь никаких перспектив. Попробуем бросить ему, конечно, эту одну гранату. Ну, видишь, ничего. Результата нет. Так, сейчас, думаю, вот здесь перепрыгиваем. Ну ладно, упали. Ладно, ребят.